Ну все, я дома. Чё? Где я? А я нет. Не дома. Я ну-ка, если я так сделаю. О! Что это такое? Это то, что я взял череп себе в инвентарь. Мне ачивку с этой дали. А, черный? Да. Пауки scary, скелетон. Какие пауки? Которые scary. Ох, сколько куриц-то у нас тут теперь. Сколько куриц? Очень много. Это блин, нам куриц? Еще, знаешь, что надо будет до хрена подобывать? Снежков. Почему? Для битвы с драконом-то. Этих делать? Снеговиков? Нет, просто снежков. Стрелять ими в кристаллы. А, ну, вариант. И в драконов самого. Если он на тебя летит, сразу снежком у него тык-тык, и он разворачивается. Угу. Так, мотыга, ага, вот она. Что, ты все еще не можешь найтись? Да, потерялся. Блин, куда бежать, я не знаю. Еще раз. А, все, вижу. Вижу башню. Так, а ведро с водой у тебя с собой, да? Да. У нас что, одно ведро на всех? Ну да, я не делал. Сейчас еще сейчас сделаю. Найс. Мало ли, когда понадобится ведро с водой. Да. Краю, например, от эндерменов спасаться. Угу. Так, надо спать сейчас будет. Кстати, вот это, кстати, вариант. В краю какие-нибудь водопады пустить или еще что-нибудь, если тебе дракон подкинул, чтобы ты приземлиться мог. Это вот. Да. Причем много надо разных. Ну только, да, как бы в них приземлиться будет не так-то просто. Да. Ну, разлить по земле воду. Да. Побольше. Ага, и как ты будешь ходить, бегать? Ногами. Чё, ты тут? Да. Ага, да, давай спать. Сейчас припаркую Йоргена на крыше. А чё, я так и сделал? Ой. Я случайно топором снял шкурку с дерева. Нашего дома. Лол, найс. Я случайно, я не специально. Извините. Не оправдывайся. Ой, все. Так. Гав-гав-гав. Гав-гав-гув. Ой, сейчас походу откинет, да. Так и есть. А то я сломал землю и трава в воздухе висит. Это такой типа чего? Ну да. Ты. Битрут. Так, а ты тыкву уже куда-то посадил? Тыкву нет еще пока. А сейчас я как раз сделаю... Посадил, они растут. Где? Вот здесь вот. Вот эти четыре штуки, это тыкву. Ну ты! Молодец. Блин, а не думал, что будут расти на песчаник? Да, а чё, нет? Не знаю. Думаешь, не будут? Мне кажется, не очень. Они на любые блоки растут вроде, да. Они на дерево росли. А, ну ладно. Раньше, по крайней мере.
Да ничего, я урон получил, это не страшно. Сейчас будет столько зелий, что можно будет сколько угодно урона получать. Ну, ты все зелья все равно с собой не унесешь. Это да, но я имею в виду сейчас похилиться, потом еще арбузы сделать, ядский нарост. У нас все восстанавливаемое в МЭ. Ну, кроме золота. Ну, там золото буквально там чуть-чуть нужно на один. Ой, зря я это делаю. Так. С этим мы закончили. Ох. Наверное, самая большая ферма тростника будет. Что я делал? Хм. Да, она вырастет. Вот что-то тростник тут нынче медленно растет. Хм. По каким-то непонятным мне причинам. Потому что мы из этого чанка постоянно уходим. Наверное, да. То в другой мир, то еще одно путешествие. Да. Кактус, уйди отсюда. Ты тут не нужен. Это тебе тут не рады. Ты пещеру чуть не упал. Жестко. Что? Тростник. Ты видел это? Нет, сейчас подожди. Ходи потом туда, посмотри. А, да, я вижу. И это еще не все. Сейчас будет. А ты посмотри, как у меня арбузы тут. Арбуз? Сейчас. Я слышу зомби где-то. Ты арбузы нашел? В смысле нашел? Мы же в джунгл. Я помню, я угораю, ты че? Да, тростника тут до хрена. Да, когда он вырастет, вот будет клево. Арбузы мои вырастут, тоже будет клево. Можно будет зелье скорости много делать. Да. И ходить быстро шагом. Чтобы не тратить куда-то. Че, зомби? А, вот ты где. А зачем две варжи? Стойки. Ну, я нашел ее у жителей, что могу делать. А. Не, выкинуть что ли? Да. Кирпер, не взрывайся, пожалуйста. Так, ну-ка, что тут как с арбузами делаться? Я убил. Я правильно понимаю? Че ты? Че ты понимаешь? Я походу неправильно что-то понимаю сейчас. Ты, походу, не понимаешь. А, да, их просто окружать самородками. Самородками, да. Итак, у нас 5 блестящихся арбуза. Ты, надеюсь, не все истратил, ты стал выращивать? Я вроде только что сказал, что я феррарму сделал. Смотри, стри, вот сюда, вот иди сюда. Угу, найс. Ага. Окей. Okay. Все клево. Кул. Вау, какая энтузиазменность. Энтузиазменка. Этот кактус меня бесит, он мешает здесь. Как? Так. Дэн. Тут шкура кролика почему-то. Шкурлика. Вот ты листики поставил у входа. Да, типа красиво. А. И. What? Блин, знаешь, что мы не добыли в аду? Glowstone. Я смотрел на него, думаю. Ты еще скажешь, а нафига он нам нужен? Он нужен для зелий лечения 2. Я все хотел добыть, но так и не решился добыть его.
Ну, он там повсюду, так что... Пожалуй, сейчас я туда и пойду и возьму с собой обсидиан на две штучки, чтобы портал расширить. Когда ты в аду, я могу тут пойти? Да. Да? Да. Что-то опять подлагивать как будто стало. Да. Когда говоришь «да», у меня слышит только «а». Ой, ты очень лагаешь. Голос вообще жесть. Да. Блин, неужели опять начинается? Не надо, пожалуйста. Блин. Да нет, пожалуйста. Чё? Охватно, где? Ну, начиналось, да, лаги опять. Начиналось. Да, у тебя опять одно соединение. Фак. Сейчас нет. Меня вот. Да. Пора опять идти в Мак. О, Рушан в сети. На матче. Так, портал я... А ты попал в видос. Так, портал я пофиксил. Пора добывать светяшество. Я не могу подорвать эти земли. Кого? Они лежат на их землю вот эту. А-а-а. У меня просто какой-то нет интернета. У тебя при этом написано, что полное соединение. Ну. Опять вылетел. Это я выпал сам. А. Я просто стою на валяющейся земле, и не подбирается. А может у тебя места нет? Блоки, из них ничего нет. Нет, есть. Да что такое-то? Это все потому, что Рушан в сети. О, мне что это? Залипание клавиш. То есть пока не нажмешься, еще раз туда же куда тебя несет. Игрок не остановится. Блин, а я. Вот я обычно всегда отключаю, походу на этом ноуте я еще не успел его отключить. А мне казалось, это баг просто обычный. Нет, это фича такая, я всегда ее отключаю. Так, я добыл глоустоуна. Делаю Potion of Healing 2. Ты забыл Глоунстоун, но... Да был! Instant Health 2. Их тоже сплэш, да? А порох есть еще? У меня два штуки. О, дай. Я возле твоей этой фермы арбузной. Угу. А зачем ты ее расширяешь? Ну, хочу что-нибудь посадить по бокам. Дай. А, да. На сколько от воды блоков действует? На 4? Вроде, я не уверен. Такое ощущение, говорят, что на 7, но что-то походу это немного врань. Врань. Вот и врань. И в позднь. Вообще. Главное, не вверх и не вниз. Пошли, так, сейчас пошли. Будет ночь, и лучше не спать. Почему? Эндерменов надо фармить. Пора пришла, потому что нам больше уже ничего и не остается. Мы готовы, нам остается только эндерменов. Ну и, может быть, снежки еще пособирать. И стрел. А. Блядь! Что? Ай-яй-яй, меня ударило стрелой.
Больно, 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 больно. Два зомбёныша! Убегай нахрен! Поспим лучше. Блин, а как же эндерменов фармить? Я думаю, они не появятся сейчас. Почему? Потому что они не хотят. О, мы можем спать. Мы можем спать? Да. Блин! Куда ты пошел? Возвращайся! Мы спать будем все-таки или нет? Я не могу спать, у меня мозг. Ясно. Ряд. Ну вот в этом минус того, что мы в деревне на самом деле. Плюс у меня еще подзависло немножко. А я опять смог лечь. О, я тоже смог лечь. Или эндерменов вообще лучше в краю, ой, в аду. Подожди, стой на месте, стой на месте, стой на месте. А. Найс. У нас жители сейчас иначе убьют всех. И поэтому ты нас решил отрегенить. Да. Потому что жители убьют. Ах ты ж... Урод. Ты блокируешься хоть? Да, естественно, иначе как бы он меня ударил бы. Так у меня-то слышится, будто ты урон получаешь. Но это у тебя так. Ну да, да, поэтому я и спрашиваю. О, смотри, что я могу, смотри на меня. Ты где вообще? Ты видишь меня? Где-то. Вижу тебя. Чё ты можешь? Не надо. Не будь. Ща реген закончится. Да. Найс, реген. Найс, Йорген. Блин, надо эндерменов фармить. Надо. И стрелы, и снежки. Это все, что нам остается. Я пойду снег копать. Пойди. Так, что ж. Чего вы все пишете? Спасибо. Спасибо. А, что у нас Летуа летает? Охренел, как она посмела. Вообще, летает что-то. Блин. Че, опять лаживаешь? Хотел из бетруда сделать семена, а как я сделал красный краситель зачем-то. А я думал, что таким образом получится семена. Вау. Это было жестко. А, у меня лопата сломалась. Блин, что-то я мало снежков набрал, как-то 49 всего. Пи-пи-пум-пум. Блэйд. Тепло немножко, блэйд. Ха-ха-ха.
Тут один чувак меняет изумруд на яблоко. На обычное? Обычное яблоко. Капец, бессмысленно. О, там ребята. А, это он, я думал, что это ребенок звук такой сделал, типа. Ребеночный. Ребенок.